Молодые родители все больше внимания уделяют раннему развитию своих детей. И очень хорошо, если в этом важном и увлекательном процессе рядом будут настоящие специалисты, знакомые с психологией и особенностями развития ребенка. 10 февраля в Измаиле начал свою работу Kinder Club Pepi. Директором его является кандидат педагогических наук Наталья Мищенко. Клуб разместился в одной из квартир по улице Ивана Франко, 7. Помещения оформлены в едином стиле, оснащены детской мебелью и новейшими интерактивными средствами обучения. Ведется видеонаблюдение. Клуб Пеппи рассчитан на детей от 1 до 6 лет. Уже сформированы группы раннего развития и интенсив-группа подготовки к школе. Планируется работа логопедических групп, студии английского языка. У родителей, которым не с кем оставить своего ребенка на непродолжительное время, теперь есть возможность решить свои вопросы, пока с их чадом занимаются специально подготовленные аниматоры. В планах также организация для родителей встреч со специалистами разного профиля. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».